Алматы тем временем открыли инновационный центр томотерапии, в котором установили уникальный аппарат по уничтожению раковых клеток. В мире существует лишь 8 подобных аппаратов, и один из них завезли в Алматинский институт онкологии и радиологии. Инвестором проекта стала турецкая компания Orhun Medical, которая вложила в строительство центра почти 3 миллиарда тенге. В открывшемся центре томотерапии возможно проведение до 100 сеансов в день или около 12 тысяч сеансов лучевой терапии в год. В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел, посольства Казахстана в Турции, представители крупных казахстанских компаний, а также зарубежные инвесторы. Отметим, что все расходы покрывает фонд обязательного социального страхования. Очень большие опции у этого аппарата и для детей, и для взрослых. Поэтому это такое, скажем, большое инновационное современное оборудование, которое было необходимо нам. Теперь нашим пациентам уже не нужно ездить за границу. Далее делегация приняла участие в закладке капсул в честь строительства двух новых заводов на территории индустриальной зоны. Завод по производству сэндвич-панелей «Панелсан» намеревается выпускать до 1 миллиона квадратных метров продукции в год. Это трехслойный строительный материал, который применяется для строительства быстросборных каркасных домов. Проект стоимостью 3,7 миллиарда тенге обеспечит работы около 100 человек. Особенность данного производства, то, что мы планируем закупить высокотехнологичное итальянское оборудование, оно высокоавтоматизировано. За счет этого планируется выпуск высококачественной продукции, аналогов которых в Казахстане нет.